Сегодня проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков – одна из главных. Эту важную тему вновь подняли на круглом столе в Голицыно. К сожалению, дети попадают под колеса автомобилей из-за беспечности родителей и собственной невнимательности. Что касается по 10-му батальону, в прошлом году у нас было 15 ДТП, в этом году у нас 14. Но за 3 года у нас впервые в этом году погиб ребенок. Это в часах. Девочка 4 года. Одинцовские госавтоинспекторы уверены, обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача родителей и учителей – воспитать из ребенка грамотного и дисциплинированного участника дорожного движения. И для этого в образовательных учреждениях регулярно проводятся профилактические мероприятия. Когда ребята видят сотрудника ГИБДД в форме, да, когда сотрудник ГИБДД говорит о правилах дорожного движения, это запоминается намного лучше. Правда же, коллеги? Так как они к нам уже как бы привыкли, а новый человек, тем более человек в форме, это плюс. Ваш пассажир – ребенок, маленький пешеход. Засветись, стань заметней на дороге. Все это название рейдов, которые планово проводятся на территории Одинцовского района. На встрече учителя вместе с госинспекторами обсудили еще и такие темы, как подъездные карманы для школьных автобусов в деревне Татарки, обязательное использование родителями детских кресел, обеспечение безопасности на переходах вблизи образовательных учреждений. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».